Бешеный Джек Пират. Что? Кто это? Это я. Я? Кто я? Я, это я, твоя совесть. Прости, моя что? Твоя совесть. Не знаю такую. Стой! Я твоя совесть, бешеный Джек. Как ты можешь, оставив того бедолагу в камере, наслаждаться свободой? Это совсем не трудно. Я выбрался из тюрьмы, и как только найду матросов, тут же начищу им рожи до блеска. Он же твой друг. Друг? Друг? Прости, но для меня это новое слово. Ты не можешь бросить его. Конечно, могу. Прости, но мне уже надоело слушать тебя. Я еще не так надоем. Значит, ты будешь меня преследовать целыми днями, пока я не освобожу Снака, этого глупого крысенка. Я могу просто замучить тебя. Да, но меня могут снова поймать и тогда уж точно заставить жениться на этой лохудре. Ты хочешь, чтобы я пожертвовал личной свободой ради крысеныша Снака? Зато как возрадуется твоя душа. Душа? Хватит молоть всякую ерунду. А если я тебя не послушаю? Тогда я начну орать. И буду орать постоянно. Хорошо, убедила. Но если со мной что-то случится, то я тебя из-под земли достану, мисс Совесть. Или как там тебя зовут? Совесть. Совесть, да. Француженка?